8 лет в Ульяновской области реализуется уникальный проект «Международная ассамблея художников. Пластовская осень». В этом году он посвящен 125-летию со дня рождения народного художника Аркадия Александровича Пластова, который для российского искусства является личностью огромного масштаба. Имя Пластова, оно одно из основных для русской жизни, для русской культуры, для русского искусства. И вот то, что на Ульяновской земле, потому что действительно прислониха, вот это сроднение художника и земли, это ввел в русское искусство Пластов и Шолохов. Вот два человека, которые показали, они за свидетельство уход великого мирового крестьянства. Вот они как бы ушли вместе с крестьянством, его уже, к сожалению, и к великой беде нет. Это вот замирание великой крестьянской традиции. В ассамблее 2018 года приняли участие представители художественных музеев России, владельцы частных галерей, ученые, руководители вузов страны, художники России и стран СНГ. Мне кажется, что вот Пластовская осень – это как уже традиция, да, вот приезжают художники не просто привести свои работы, да, а увидеть, узнать о новых художниках, о молодых художниках, увидеть новые работы, побывать в святом источнике, в Преслонихе, в мастерской Аркадия Александровича Пластова. И вот это чувство, вот эта вот память сердца из мастерской Пластова остается на всю жизнь. Впервые в рамках Пластовской осени прошло большое художественное собрание, в котором принял участие губернатор Сергей Морозов. Нам очень нужна в вашем лице поддержка, нужно ваше экспертное, авторитетное мнение по многим вопросам дальнейшей популяризации и продвижения пластовского наследия. Перед нами стоит огромная просто задача. Например, по развитию достопримечательного места, историко-художественного музея, заповедника Преслониха родина Пласта. Уникальнейший проект, аналогов которому практически нет на территории нашего государства. Кульминацией Международной ассамблеи художников стала церемония вручения международной награды в области изобразительного искусства имени Аркадия Пластова. Единогласным решением экспертного совета премия в номинации «За выдающийся вклад в развитие изобразительного искусства» присуждена народному художнику Российской Федерации Борису Михайловичу Неминскому. В номинации «Мастер» за сохранение реалистических традиций в живописи премия была вручена Николаю Владимировичу Колупаеву. Премию в номинацию «На родине Пластова» получил ульяновский художник, заслуженный художник Российской Федерации Борис Васильевич Клевогин. Также в номинации «Меценаты и дарители» премии удостоен коллекционер Русской реалистической школы живописи 20 века, организатор передвижных выставочных проектов Валерий Пустарнаков. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.